Приветствую вас, друзья! Сегодня небольшой комплекс йоги будет посвящен работе пояснично-крестцового отдела. Очень у многих людей сейчас в связи с сидячей офисной работой, малоподвижным образом жизни, испытывают люди проблемы с поясницей, с нижними отделами спины, поясницей, крестец. И вот сегодня я покажу вам несколько поз, выполняя которые регулярно. Вы сможете избавиться от этих проблем, укрепить свою спину, мягко растянуть пространство поясницы, крестца. В общем-то, очень приятные позы. Давайте начнем. Мы примем положение на коврике спиной вниз. Опустимся на предплечье, ноги согнем. Спина скругляется, мы вытягиваем поясницу и начинаем аккуратненько расстилать ее по полу. Опускаем поясницу, опускаем лопатки, плечи, голову. Правую ногу согнем в колени, левую ногу вытянем и головой потянемся к колену. Носочек левой ноги натянут, поясница плотно прижата к полу. Если получается, мы захватим себя руками за стопу. Дышим спокойно и ровно через нос. Экапада Павана Муктасана. Приводится поза, освобождающая газы. Помимо того, что она улучшает пищеварение, она очень хорошо, благотворно воздействует на нашу поясницу и крестец. Все время должны чувствовать, контролировать, чтобы поясница плотненько прижималась к полу. Дышим. В этой позе нам нужно пробыть примерно 30 секунд, минуту. Опустим ногу, опустим руки. И то же самое повторим с левой ногой. Либо мы захватываем себя за колено, за голень, если получается, то за стопу. Носочек правой ноги тянем на себя. Также дышим спокойно, ровно через нос и все время ощущаем контакт поясницы с полом. Также в этом положении мы находимся от 30 секунд до минуты. После чего опускаемся. Расслабляемся. Следующая поза, мы вновь сгибаем ноги, уже две ноги, подтягиваем колени к голове, голову к коленям. Также мы захватываем себя либо за колени, либо за голени, если получается, то за стопы. Спина скруглена, эту позу обязательно нужно делать с круглой спиной. И можно здесь немножечко покачаться вправо, влево. Здесь происходит массаж такой приятный поясницы, массаж поясницы. Если вы хотите больше немножко внимания уделить своему крестцу, то можно положить ладошки на голени и чуть-чуть попробовать вот таким образом покачаться, отводя колени от себя, продолжая скруглять спину. Даже вот немножко раскачиваюсь еще больше. Это мы можем выполнять только если у вас нет никаких проблем с позвонками, если у вас не выступают позвонки, если нет сколиозов, если некомфортно, то не делаем, то просто находимся в таком вот статичном положении. Также от 30 секунд до минутки. Опускаемся. Расслабляемся. Стряхнем ногами. Поднимем голову, сядем и
Следующая поза, которая очень приятна и благотворно воздействует на пояснично-крестцовый отдел, это поза черепахи Курмасана. Для нее мы должны сесть, расставив ноги согнутые, чуть шире коврика. Я покажу ее вам сбоку и спереди, чтобы было видно, как работает моя спина. Мы с круглой спиной начинаем опускать корпус вниз, вытягиваем руки, наши колени мы приближаем к корпусу так, чтобы вот колени, как будто бы мы ими обнимаем наши плечи. Спина круглая, голову мы полностью опускаем вниз, стопы на полу, почувствуем, как приятно скругляется наша спина и очень мягко, приятно вытягивается пространство поясницы и крестца. И сейчас нам нужно здесь представить, что нас кто-то за руки, за пальчики рук и за макушку нас тянет вперед, а поясница и крестец у нас вытягиваются назад. Голова полностью опущена вниз. Очень приятная йога-терапевтическая поза. Поза черепахи. Ну, здесь это ее разновидность. Мы можем пойти дальше и выполнить ее. Это такой облегченный вариант. Можем пойти дальше и выполнить полный вариант, когда мы заводим руки полностью под колени, ладошками вниз, пальчиками назад. И здесь уже наши колени немножечко отходят уже от плечей. Если у вас хорошая растяжка, мы можем даже опустить лоб на коврик. Если нет, то не надо, остаемся в таком положении. Дышим спокойно, ровно через нос. Делаем полные вдохи и выдохи. И чувствуем, как вытягивается пространство между нашими позвонками. В этой позе нужно находиться от 1 до 2 минут. После чего мы мягко возвращаемся. Поза называется Курмасана, поза черепахи. Она действительно похожа на черепаху, которая вытягивается, вот ее круглая спина, вытягиваются ее конечности. Мы возвращаемся. И еще одна поза, по воздействию она похожа на предыдущую. Мы встаем на корточки, стопы на полу, пяточки направлены друг на друга, носочки врозь. И мы снова вытягиваем вперед наши руки, опускаем вниз голову, снова скругляется наша спина. И корпус мы как будто бы вот пытаемся протянуть вперед. Можно даже немножечко подвигаться, если у вас есть закрепощение в боковых сторонах спины, вдоль позвоночника, справа или слева, то вот очень хорошо подвигаться в разные стороны, чтобы прямо вот прочувствовать, как приятно вытягивается. И также здесь вот ощущение, мы растягиваемся как канат, как будто бы нас за макушку и за пальчики рук вытягивают вперед. А при этом крестцом и поясницей мы вытягиваемся назад. Очень приятно. Поза гирлянды, маласана, поза четок, также она называется. Если вам этого недостаточно, у вас есть природная гибкость хорошая, вы можете попробовать еще чуть дальше пойти, захватить себя за пяточки и вот так вот скруглиться, прямо как еж. Все это время мы дышим спокойно, ровно. Выбираем свой вариант. Также здесь от 1 до 2 минут в этой позе мы находимся. После чего аккуратненько возвращаемся. Вытягиваем ноги, встряхиваем ими, расслабим стопы, колени, постучим коленями о пол. Это был такой достаточно коротенький комплекс. Если у вас есть какие-то проблемы со спиной, с поясничным, крестцовым отделом или с грудным, или с шейным, в общем-то, со всеми, с какими-либо проблемами, с какими-то отделами позвоночника, курс йоги онлайн, который я записала, который стартует 8 июля, уже начинается поток. Здесь будут представлены более такие расширенные глубокие уроки, которые посвящены оздоровлению спины и различных ее отделов. Я желаю вам успехов в практике.
Желаю вам практиковать йогу с радостью, с наслаждением, не привязываясь к результату. Результат придет сам. Будьте здоровы, практикуйте йогу. Всем желаю прекрасного дня.